Привет, меня зовут Дима Трёха, и это «Любовь, кальян, рок-н-ролл». На вашем экране сейчас наш один из немногих влоговых выпусков. И сегодня в этом влоге мы на самом деле едем на фокус-группу «Краун Сапфира». Что такое фокус-группа, я вам сейчас расскажу для тех, кто не знает. Табачные компании перед тем, как выпустить какой-то аромат, должны быть уверены в том, что он зайдет на рынок. В той или иной степени, конечно. Нельзя сделать 100 одинаковых, тысячных, клевых ароматов, которые все будут продаваться. Но, тем не менее, фокус-группа имеет важное значение в разработке аромата. Каждая из компаний подходит к этому по-своему. Кто-то фокусит ароматы на своей определенной закрытой группе, куда входят одни и те же люди, и они ходят на эту фокус-группу, как на работу. Другие фокусят внутри своей компании присутствие амбассадоров, менеджеров, торговых представителей и так далее. Есть смешанные типы. И вот в Крауне как раз мы занимаемся смешанной фокус-группой. То есть у нас часть ароматов, точнее часть фокус-групп проходит внутри компании, вместе с менеджерами, амбассадорами. А также фокус-группу мы собираем среди нашего рядового потребителя, куда входит и B2B-сегмент, и B2C-сегмент. То есть попасть на эту фокус-группу может любой желающий. Я всегда пощу объявление, собираю народ, назначаю день, выбираю место, и мы собираемся и прокуриваем разработчики. Что нас ждет сегодня? Сегодня у меня порядка 20 ароматиков с собой. Мы должны их отфокусить, заполнить электронные таблицы, решить, что из этого перспективно, что нет, что уже хорошо, что до сих пор плохо. И ответы наших людей на фокус-группе помогут мне с этими ароматами поработать чуть подробнее. Поэтому вас ждут пару комментариев от людей, несколько кадров оттуда, с дороги. Короче, это влоговый формат, я надеюсь, вам будет интересно. Может ли это сработать как снотворное со слабительным одновременно? Вайс – уникальный продукт с выверенными пропорциями бленда Берли и Вирджинии. В целом, схема достаточно знакомая, понятная. Вирджиния и Берли часто в разных пропорциях, в разных составах. Вирджиния и Берли? Знаешь, что я делаю? Скучаю по бывшим. Если вы не курите сигареты вот так, то вообще зачем вы, блядь, курите? Смотри на него, это хозяин Москвы, нет. Ебать элегант. Для того, чтобы чуть более подробно общаться с нашей аудиторией, очень важный вопрос к вам есть. Ребят, скажите, вы за древних русов или за ящеров? Напишите в комментарии. Я очень хочу писать. Вот это вот не могу. Нельзя, Ром. Нельзя? Нельзя. Это прям вообще нельзя. Меня вибут, рот, блядь. Может, ты хотя бы расскажешь, что ты делаешь? Значит, сейчас я, поскольку образцы находятся в записи в моем рабочем, а их нужно свести нормально в таблицу для того, чтобы можно было систематизировать, их нужно пронумеровать по моей схеме в голове для того, чтобы люди вносили этот номер, чтобы я знал, какой номер соответствует рецепту из непосредственно рабочей тетрадки. Вот. Амбики сапфировские приезжают, помогают им, за это респект. Расскажи, что сейчас будет, в принципе. Собственно, мы подготовили чашки, пронумеровали все ароматики. Сейчас поставим все на кальяны, прогреем. Ребята получили электронную таблицу оценок ароматов. Будут вбивать номер, который записан, прокуривать ароматик. Вот они вот здесь циферками помечены. У меня все от пизды сделано. Вот эти вот все там распечатки. Вот это вот не моя тема. Прям на банке поставил. Вот, главное ведь то, что в банке, а не то, как ты это пронумеровал. Короче, ребята сейчас покурят, будут оставлять свои впечатления. Там оценка по нескольким критериям, плюс комментарии, плюс негативные впечатления. Потом это все сводится в таблицу, из которой делаются какие-то выводы, корректировки ароматов, либо наоборот, там вообще убирание его из пула перспективных. Поэтому посмотрим, идем греть кальян. На что сам ставишь? Короче, мне хочется верить, что Фуджи Сакура, честно говоря, спиздил ароматику сиропов Cordial Liu, вот эти кордиалы, которые я очень мне понравились. Фуджи Сакура очень хочется, чтобы набрал гуд, потому что он очень нетривиальный, интересный. Но ставлю, что, наверное, топом будет крем-сода. Я создал аргентинский ананас. Я гений.
Вся суть в том, что даже я не знаю, какие из этих ароматов вообще появятся ли в палитре сапфира, потому что параллельно на каждом фокусе я привожу по 20 разработок, и что-то из этого считается перспективным, что-то уже нет. И, например, в том году мы фокусили ананас-кукурузу, он собрал охуительное количество оценок, но так и не вышел. Потому что есть более перспективный, либо более подходящий под конкретный запрос рынка сейчас аромат, либо что-то более уникальное. Поэтому я даже не могу знать, и мне вот ребята говорят всегда после фокуса: бля, а когда вот это выйдет? А я не знаю. А самым слабым ароматом, знаешь, что, наверное, будет? Меньше всех, мне кажется, наберет ананас 5.0. Ой, нет, грейпфрут 5.0. Какой у него номер порядковый, я не помню. Ну вот, короче, в моем понимании у грейпфрута есть мыльность во вкусе. То есть, когда ты ешь грейпфрут, у тебя на языке вот эти эфирки остаются, они немножко мылят. И, по-моему, никто, кроме меня, этого не чувствует. У меня есть такое подозрение. Потому что людей спрашивают, грейпфрут мыльный? Нет. Хотя на деле да. И вот тот грейпфрут, который ближе к натуральному, он с легкой мыльностью, вот он наберет меньше всего, я так думаю. Дима, Дима, это что у тебя в руках? Это под быстрая экспресс-доставка никотина в мой организм. Это маленький мини-канчик. Да. Мне нравится. Все, кто говорят, что убивают одноразки, убивают рецепторы, нужно понимать, что рецепторы убивают ароматизаторы, особенно если они не очень качественные. Поэтому это важно. Чашки перегревают. Суки. Дрочило. Дрочило. Сейчас мы уже... Да, но... Короче, он после перегрева в любом случае был. Вот так вот, кальянные мастера, B2B сегмент пришел, не могут с кальянами справиться. Мне нужен предлог голосовой жизни. Чтоб не втыкало, чепуха, блин. Только ебало, да можно подовольно. Бля, ну ты же знаешь, это мое обычное лицо. Бля, мы приехали к ним на обучение в магаз. Сидят продавцы, короче, типа, такие, бля, все что-то спрашивают, и это сидит. Типа, нахуй все, пришли, блядь. Нет. Лицо довольное сделай. Мне понравился грейпфрут, достаточно многогранный вкус. Мне напоминает это грейпфрутовый фреш с небольшой горчинкой. Это единственный вкус, который мне понравился. Ну ты мразь. Виски пряный, но не хватает глубины вкуса, как и во всех остальных ароматах. Вот. Ананас тоже неплохой, но опять же не хватает глубины вкуса, но для миксов зайдет. Вот. Но больше всего мне понравился грейпфрут, я поставила все десятки. Вот так вот, все десятки нахуй. Приз в студию. Ну, собственно, было два ананаса, среди них есть один приглушенный, мне он как-то так себе. Второй яркий, интересный, но я бы сказал больше миксовую историю, потому что он прям яркий, он задаст телу. Микса. А потом что у нас было? Яблоко-шиповник, компотная история. Мне такое не очень заходит, но я даже вижу по людям, что это очень интересно, входит отклик, очень много обсуждений вызывает, как это дополнить, как это играть. Опять же, Дима, например, говорит, что масс-маркету это должно зайти как что-то новое. И, возможно, это их побудит опять же играться дальше с ароматикой. А что у нас еще? Риски, что-нибудь. Виски. Виски интересные, ну как и, собственно, виски, есть там бурбон и все такое, дофига направлений, то есть оно спокойное как раз, наверное, для масс-маркета, потому что нет явной древесности, копчености, сивушности, как у некоторых брендов недавно выходило. То есть у меня есть немножко фавориты, немного другие, но это очень интересно, его, опять же, с помощью чего-то другого можно доиграть, довести до того, что тебе надо, или использовать как алкогольную основу с легкой, ну, опять же, той же копчености. А, что у нас? Грейпфрут. Очень странная вещь, потому что я прям курю, мне оседает горькость. Недавно я курил лавандовый тоник, примерно те же были ощущения, что очень много по мне горечи, то есть его куда-то миксы для меня тут. А люди говорят, да ты что, это сбалансирован? Кто-то говорит, нет, для меня это сладко. Если бы у тебя был выбор, на какой из этих сесть, ты бы что выбрал? Сяду на оба, по очереди. Не, ну какой, Ром? Направлено? Блин, ну правый мне больше нравится, потому что он более вот красивый. Этот? Но вот у того. Этот как будто эффект не будет, да? Да? Как да. Будто эмоций больше. Что делаешь? Я выставляю угли на чашке. Сейчас будем прокуривать второй дропчик. Во втором дропчике один ароматик. Очень не хочется его спойлерить. И я надеюсь, что люди, которые будут нам рассказывать мнение, тоже не соспойлерят. Мы их попросим. А вот этот прототип этого вкуса я попробовал первый раз в 30 лет, то есть сам оригинал, к которому я пытаюсь приблизиться.
И это разъебище жутко. И, кстати, этого еще никто не сделал на коленной движухе. На самом деле, я просто запаковал must-have в эти банки и принес им какой-нибудь must-have. Крем-сода залупа. Дим! Ты чё? Крем-сода охуенная. Не, я не согласен, прикольно. Бля, крем-сода какая-то залупа. Не, ну это объективно. Есть несколько видов ананаса, которые по-своему интересные, какие-то напоминают другие бренды, какие-то своеобразные, которых вообще, в принципе, нигде не видел. Для себя также выделил несколько прикольных вариаций. Была крем-сода, которая мне, откровенно говоря, не нравится. И, ну, по моему мнению, этот аромат, в принципе, как-то в кальянную сферу, настолько как-то не очень. Но это по моему мнению. Также здесь есть один аромат, о котором, к сожалению, говорить не будем, который, возможно, выйдет в дальнейшем. И это просто невероятно. Название, оно может давать какие-то другие ассоциации с другими брендами, но по факту этого нет нигде. И то, что вы можете в дальнейшем, я думаю, оно выйдет получить, вы с этого офигеете. Хотелось бы, чтобы вышло. Но так что, как уже в прошлом дропе был у нас виски, что хотелось бы по нему сказать, виски, в принципе, прикольные. Единственное, что не хватает, конечно, по моему мнению, нам древесности, каких-то, возможно, копченых нот. Он кажется достаточно пустоватым. Возможно, если добавить алкогольность, было бы также интереснее, но по факту мне конкретно не хватает древесности. Если что понравилось, да, из первого круга, то, наверное, виски, но он не такой мужской виски, а это десертный именно виски, что мне больше нравится. Я не любитель алкогольности, поэтому мне понравилось, что он использует. Так, из первого вкуса, из ананасов, которые они были два, то больше понравился более свежий, который как ананасовый сок. Ананасы вторые и последующие ананасы, они все уходят в консервированность. То есть они сладкие, где-то больше терпкости, где-то меньше терпкости. И здесь немножко посторонний, ну, для меня привкус какой-то. Он не то, что мыльная нужность, а вот хочется более чистого такого аромата. Если брать из второго дропа, понравилась крем-сода, она вкусная, табак-ваниль. Потому что я люблю чебаки с сигарелой с мороженым, а это похоже. Ну, в той же тематике. Вот, новый вкус понравился, потому что он необычный. Вот, такого нет на рынке, и что хочется. Вот, когда ты все прокурил, и что хочется необычного. Тем более, это сладенькое такое, вот нету, скажем так, вкусов, которые не любят, это там роза, либо что-то, но вкусно. Взял один из образцов, такой ужас пустил. Нахуй я его привез, не знаю. Мне показалось, что в перспективе. Алло, Караван, увольте меня, пожалуйста. Здесь невкусно, это невкусно. Самый, наверное, худший образец всего фокуса. Наверное, самый фаворит – это грейпфрут из последнего дропа. Это отчетливо напоминает свежевыжатый грейпфрутовый сок, который я очень люблю. И это, наверное, прям топ. То есть это можно прям курить в захлёб. А самый плохой аромат? Крем-сода. Крем-сода, которая была на первых кругах, она, наверное, более выигрышная. А во всех остальных вот кругах мне не хватило, наверное, просто яркости. А последний напомнила полу. Вот, было много ананасов, то есть порядка 4 или 5, если не ошибаюсь. Один прям очень сильно зашел, потому что он как будто бы ананас, но очень многогранный, и с ним можно прикольно играть за стойкой. Был еще ананас, который тоже окей, но он больше как будто бы масс-маркет был. Очень сильно понравились. Это уникальный вкус. Ну, запикайте, что. Он просто разъеб, потому что, ну, такого вообще нет на рынке, и разъеб. Была крем-сода, которая, я не помню ее номер, она была первая. Вот, она очень вкусная, но это уже идет мои именно личные отношения в плане холода. Там есть холодок, он мне не нравится. Если его выкидывать, то это прям разъеб. Не понравился грейп, потому что там было, по-моему, 2 грейпа, вот, который сейчас вообще прям не понравился. Он слишком пустой и химозный. Первый был окей, но мне не хватало там именно вот этой горчинки и какой-то терпкости от грейпа. Но это субъективное мое восприятие именно вот, как я грейп кушаю, грубо говоря.
Еще не... амброзия не понравилась, потому что там дыня, я ее отчетливо чувствую, а дыня для меня прям стоп-вкус, я его вообще не воспринимаю, а кроме дыни, к сожалению, там ничего не почувствовал. И... ой, ну и пошел ты, амброзия ему не понравилась. Я нахуй осуждаю максимально. В смысле ты не понравился, чего хуя? Ну я дыню просто вообще не... бля, ну тогда ладно. Да. Вот, например, мажитель. Там дыня есть, но она... Все, брат. Она... Все. Все, Жетель, брат. Короче, на самом деле это очень классно, что мы можем видеть кучу мнений на одни и те же ароматы, и их заполнение таблиц позволяет мне видеть среднюю картину. И после приезда Кэшслога придется посидеть эту таблицу посмотреть, высчитать средние показатели. Блин, ну за это мероприятие клево, потому что что-то нравится одному, что-то другому. Только так, по-другому я не вижу смысла в открытую, в честную все рассказывать. Это самый правильный метод. Собственно, ребята накуривают коленчики. Мы сегодня прогнали сегодня все, что хотели. Ничего у нас даже не осталось в запасе. Обычно 2-3, там 4 штучки мы не успеваем. Но сегодня прям все успели. Народу немного, достаточно комфортно. Я надеюсь, что они все заполнили и не подвели меня. Ребята, спасибо вам большое, что пришли. На сегодня вы можете докурить, дообщаться. И спасибо вам еще раз. Спасибо тебе. Ну, собственно, закончили мероприятие. Осталось доехать до дома, сесть за компьютер, свести экселевскую таблицу и узнать, что же из этого мы получили, что из этого перспективно, над чем можно работать, а что можно отложить в дольный ящик. Спасибо вам, что посмотрели, друзья. Как всегда, курите кальяны, слушайте хорошую музыку, любите своих женщин. И пока-пока.